Мы приехали в город Эльбург со спутника. Он смотрится особенно интересно в виде звезды, в виде крепости. Здесь должны быть пушки, но теперь здесь красивый парк. Сейчас на улице такая жара, около 28 градусов. Мы ходим от тенька к теньку. Хорошо, что в городе много парков и теньков. Ходим в город через крепостную стену. Смотрите, какие миленькие дома. Велосипедисты ездят, пенсионеры. Видите, прямо инстагород, прямо зеленые-зеленые такие дворы. Небольшой канал, маленький Амстердам. Очень фотогеничный город, правда, насквозь его можно пройти за 5 минут. Весь город на воде, что, собственно, неудивительно, как и везде в Нидерландах. Очень много цветов, зелени, но жарко. Все, еще один конец города, а дальше начинаются поля.